Итак, контент предназначен для 16+. Никому не заходить. 15 лет уже нельзя. Только 16+. Я вас предупредил, смотрите сами. Что вы сегодня поняли? Ждешь, что я отвечу? Да, ответь. Ты уже понял, кто ты на самом деле? Это легко. Я люблю выпить. Иногда теряю меру. Меня тут все ненавидят. Я умею стрелять и за словом в карман не лезу. Хорошо одеваюсь и... Да, почему тут все носят маски? Ты забыл рассказать про свой поломщик. Я подожду. Сама ты поломщик. И знаешь что, я больше не поеду по твоим рельсам. Ну ладно. Тогда все на борт. Чух-чух. Наоборот, я тебе не поезд. Ладно. До станции пункт охраны. Чух-чух. Чух-чух. Так. Всем привет. Меня зовут Денис, на канале Фрейс Дэвис. Мы продолжаем проходить игру под названием «Петля времени». Играем мы за Кольта. Мы должны попасть в... Ну, как он сказал. Короче, к охраннику. Мы там должны получить какую-то хрень. О, пожалуйста. Снег. Получить, короче, какую-то хрень, найти, как это называется, обучение ВПЗ или ПЗП, что-то там, короче, такой-то херни. Блин, где эти коды брать, а? Может, это тут написано? You are Shmaramara. Вот это нормально так. Машину закинула. Петарда? Интересно. Ебать мой хер, блять. Дико извиняюсь. Я просто сначала не понял, в чем прикол этой петарды. Он в двух шагах впереди. Что там в двух шагах впереди? Что это такое? Фу, блядь. А, это ты начал говорить. Так, ладно, пошли, короче. Потому что долго. Хожу. Интересно побродить же, конечно. Мир посмотреть, там что-то интересное, да? Но там же могут быть... Ну да, это ж... Везде может быть что-то лежать. Ладно. Опля. Паренек. Стелс. Як. Тихонько. Так, тут ничего нету. Почти рай, прикольно. Что у нас? А, вон. Хлопец. А, там еще один. А еще есть? А, без вмешательства, походу, я не это сам. Точнее, без того, что они меня заметят, я не пройду. Правильно? Я хоть присел? О, я присел. Блять, не та кнопка, на. И там еще чуваки бегут. Ёпрсеты, я не ту кнопку нажал. Вот это жопа. Надо ж так, сука. Ой. Ай. Ух ты, нихера себе, в башку попал. Вот это она отскочила. Нет, такой пистоль мощный, правда, отдача, ебать его. Что, можно открыть, не? Это удобно, но я понял. Так, тихо, аккуратненько. Ну, неплохая музыка. А открыть, да, ПП. ЧР. Ничего нету, да? Иди. Хорошо. Спасибо, вот вали. Ага.
Так, так, так. Встречай с улыбкой. Сейчас как улыбнусь. Килл. Тихо, 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 тихо. Все. Выглянуть, говорит. Эх, не достаю, сука. А, мне надо перебежать. Ебался, ты срался. У меня. Тихо, тихо. Нельзя стрелять, ни в коем случае. Сейчас быстренько так хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Нормально. Тихо. Все хорошо. Тут же никого нет? Нет. Тихо, 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 тихо. Опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа. Ты че, ты че, ты че? А никак не поймать? Тихо. А, это костерчик. А, блядь. А шо, никак не поймаю? Да ёпарас это, как вы видите, через траву, блядь. Где тут баклажки, бутылки, хоть что-нибудь? О. Ебать, не берется. Активировать. Годится. Ебать, ебало развернуть не мог. Ох, надеюсь, это не Кольт. Конечно, не Кольт. Конечно, это не Коллинз. Это Фия. Это не Коллинз. Если вы любите расширять сознание и зрачки, то вам на Черный риф. Мы опа, марафон, опа, годится. Длится вечно. Так, ты, а, ты все, полностью? Ага, ну ладно. И хрен с тобой. Что тут? Что он кончен? Что он кончен? Что кончено? Что кончено? Что кончено? Ой, дико извиняюсь. Тут ничего нету, да? Ничего нету. Ну и ладно. Нет, так нет, нет, больно уж не хотелось. Ты-ты-ты-ты-ты. Ёпта, это вечно отвлекает. Хоп-хоп, не. Хоп, хоп. Тут никого. О, турель. О, чувак. Где, а где мой меч? О, я 100 лезвием не управлял. Хих. Бля, он синий весь. Мне и так прекрасно. Он и так замечательно. Еще. А кинуть нельзя? Да, пил, 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 пил. Такая говорит, пил, пил тебе. Никого нету, да? Вот это одна она. А ну попробую. О, попробовал. Восхитительно. Ничего не скажешь. Так, наверх. Ага, закрыто. Ага, я понял.
Вечно забываю про этот взломщик. ПЗП. Где это ПЗП? Ага, понятно. Добро пожаловать на Черный Риф. Я Харриет Морзе. Мы благодарим наших дробовик. Спонсоров за их неоценимый вклад. Да, надо. Эон очень помню, что не очень. Каждым из вас. Мы благодарим наших партнеров. Письмо забрано, понятно. Капитан, капитан, капитан. Так, ты хватит. Шо? А, вот она. Все-таки повышло. Всякого похода. Прикольно. На Черном Рифе знание путь к успеху. Вы часто будете возвращаться в ну, это понятно, да. Знакомые места, вооружившиеся новыми знаниями. Теперь вам известен код от сейфа. Код от сейфа. От какого, блядь, сейфа? Так что вам можно вернуться в свою квартиру. Квартиру. Ёпты, хоть читай до конца. Понятно, да, он там не открыть его. Хорошо. Так, минуточку. Я сделал ПЗП? Охуенно. Так искать надо у меня? Там, в даунтауне? Это поворот, да? Не говори. Бая сам в охуе. ПЗП в даун... Ой. А как я тут спустился? А, ну я... Блять, какой-то. В даунтауне получается ПЗП был. А, понятно. А что там у нас? Тут никого, дым. Сейчас не надо. Ага. Оба бахалка. Никого вроде нету, пусто. Ебать, я обосрался. Фейерверк? Ебать! Да ну нахуй. Сука. Никого нет, пусто. О, прикольно, гитара. Да ладно. Ебать, играет. Игра аккордная, да нахуй, долго. Не, так, херак. Давай. Хватит мне патронов. Все, годится, все забрали. Так, 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 так. А это что такое? Зона сигнала. А, так будет сигнал просто. Ля-ля-ля. Все. Правильно же? Надо балдеть. Ладно, пошли, короче, в даунтаун. По-быстрому. Тык-т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 ык
Или это импульс, то был бы как-то Э или Е вставлено хотя бы. Там ничего нет. Логично ж. Логично. Получается. Так, если. Если мы получается это самое. Да надо. ПЗП. Даунтаун у него в квартире в код. Мы входим тудой. Это я в курсе, спасибо. Открыть сейф даунтауне, это понятно. 47-47, окей. А это что такое? Собрано снаряжение, ага. Вот это вот, что там?
хорошо. Вражеская взрывчатка. Это смысл. Перфоратор. Пули пробивают противников насквозь. Нанося небольшой урон. Я обалдею. Перфоратор прикольно. В дробовик надо. Да. Это можем в дробовик поставить? Собрано было. Надо попробовать сейчас. Так, увеличивая дальность прицеливания стрельбы. Прицельной стрельбы. Это выстреливается дольше, точнее. Дальше, точнее. Так, это. Ну, у меня снайперки нигде нету, насколько я помню. А что это темно стало, а? Так, подожди. Даун-таун. Вот даун-таун. Мне надо в даун-таун. Даун-таун. Пухта. А, это то, что можно... Понятно. Я понял. Окей. Святой. Ага. Святой не надо мне. Движение, масштаб, я это, да, это понятно. Так, а шо? Ну, хорошо. Чем мне сюда надо, да, там? А почему нету кнопки? Не понял. А, вот она, ёпта. Ага, открыть сейф. Понятно, хорошо. Киоск доставки в даунтауне расположен. Киоск доставки в даунтауне расположен на площади перед библиотекой. Это я понимаю. А код там какой? Я понимаю, что там, блин, но код. Так, ты. Брелоки? Что значит брелоки? Я понял, брелки. Брелоки. Чё за... Так, вот это вот. Да, вот это нет, это не сюда. Это назад. Назад. Давай вот это вот. Брелоки. Выдвинешь. Вот это сюда. О, годится. Так, а еще один у меня шуба. Рано умирать, это воскрешение. Вы наносите, понятно. Это и защита. Нормально. Тут ничего нету? Нету. Тут ничего нету. Тут у нас подробнее, понятно. Подробнее, понятно. Все? Все, поехали. Набралась. Тогда днем был. Сейчас будет темножко. Немножко будет. Ну иди. Где текст твой? Джулиана, слышишь? Джулиана. Я запомнил имя. Плевать. То есть, ну, это... Это все, что ты смог сделать, запомнить имя. Так, вечером даунтаун становится опаснее. Окей. Окей-доки. Ух, ебать. Ты сейчас опаснее он стал, да? Не ожидает никакого движения, А этот ожидает? Не подозревает в вашем присутствии с комплект. Окей. Эй, народ, у меня сверхсекретная информация. Да, какая? Говорю же, это большой секрет. Блин, я сейчас опять бы нажал бы эту ладно, кнопку. Ладно. Лучше всего смотреть фейерверки. Да ебался ты, всрался! Сука, да как? Так нахуй, объясните мне, пожалуйста. Я ж, сука, все нормально нажал, блядь. Почему? Я нажал правую кнопку. Значит, соответственно,
правая кнопка должен был кинуть, блин, эту долбаную бутылку. Какого хрена он выстрелил? Сука. Что пизди тут? А, ты? Ой, блядь, бездарные люди, ну. Ишь ты, блядь. Как убить? А, он ногой. Пиздец. Извиняюсь. Сука. Ну, вот так вот. Ебать. Василиса, ой, извиняюсь. Это ж ты бьешь левой мышью. Ой, от правой же стреляешь. Да ёпрсете, ну как? Ой, бля, все. Все, хватит. Все. Все хорошо. Так, а как поменять местами? Это понятно. Это понятно. Ага. Понятно, что ничего не понятно. Ладно. Это короткое обращение. Так, мне надо к моим. Ой, блять. Эту хуйню проходит опять. Да ну его нахуй. Напоминаю, при себе необходимо иметь указанный в приглашении аксессуар и аппетит. Если не окажется одного или другого, вас не пустят. Это не шутка. Мы современные волки. Тут же было двое. Вот так вот. Где они? Не понял. А вот то нормально. Снайпер. Синий. Опять снайпер синий. Ой, там нихуя себе. Да, тут не пройдешь, так слышь просто. Ух ты, еще один. Тут вообще не пройдешь так просто. Пускают все легкие каждый день. Да, прикольно. Это ж... Почему? А тебе можно было выстрелить? Ничего, все нормально. Я тебя слышу. Я вижу перетачку. Веселяться без нас. Ебать, если я сейчас прицелюсь и кинется граната, блять. Ага, она вот так вот. Фиу нахуй. Черт, вон там. Годится. Ебать, хорош. Ебать, я могу. А прикол в том, что тихо. Там же дверь закрыта, по идее. Правильно? Ну да, вон. Я ж потом не выйду оттуда. Ой. Что? Ничего, все нормально. А что, еще одна есть? А, у меня их три. Надеюсь, это не Кольт. А как переключить? То есть можно было их переключать. Подожди. А, о, вот так вот. Надеюсь, это не Кольт. Хуяк, ебать, полетел. Ой, где-то взял. Вау, еще есть одна какая-то. Интересная. Ой. Тихо. Тихо. Бля. Ну нахуй ты, сука. Ну нахуй ты пиздишь, блядь. Серьезно? Да, серьезно. Ну. Вылези, скотина.
Тихо, взять. А где там еще одна? А вон она была. Надо заебись, она стоит, конечно. Прицелись, она ножом сейчас. Еб, твою налево. Давай еще разок. Ху-ху-ху. Походу слетел. Так, ладно. Ну туда все равно не надо, на его пизду. Хуяк. Нормально приземлился. Ать, обратно. Да, цепись. Ага, вот так вот. Хуяк, никого? 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 Не понял, это что за реконструкция? Тут же было... Я что-то заходил. Такого не было. Где тут еще был? Ага. А что это ж пулемет? А тут было где-то снайперский было показано. Я думал, снайперку мне дадут. А ну-ка. Код 4747. А хуй там. Ладно. Нет, так нет. Так, мне надо туда. Парень, а? Не достать. Так, подожди, это что, по идее я могу, если не, не надо, я упаду, потом хуй заберусь. Помню сигнализация. Окей. Блядь! Сука! Тут-то вообще охуело, честное слово. Поставил рогатку нахуй. Сука. Чудо в перьях. Тихонько, блядь, все нормально, все свои. Все хорошо. Это хуета, блядь. Все, годится. Не понял. Что там? Что там такое? Тайм, прикольно. О, вон еще чувак. Ух ты, годится. Мало патронов, не мало патронов, их нет, он один. Ого, пушка. Что такое? Что там короткий, блядь? Активировать. Взять его с собой. Здесь вот поставить. И активировать. Вот так вот.
Смотри мне внимательно. Чтоб мне сзади не полетело. У меня один патрон, ёпты. Шо это? Игра какая-то. О, годится. Это же другой день. Аркадная игра. Гейм овер, быстро. Берем. Ставим. Тихонько. Хакерский восток. А при чем здесь хакерский восток? Не понял. Что, глушилка какая-то или что? Сейчас я приколю вас, ребята. Что за... То есть она... Пусть там постреляются. Не понял я. Бдыш, пыжишь, блядь. Там пыжишь, блядь. Ты извини, у меня быстро есть. Это вижу на тормозоне. Ну ты говно, Джулиана. Джулиана! Я всегда звоню сама. Где моя ПЗП? Слушай меня, это мое шоу, не твое. Я здесь главное. И ты не уйдешь, пока не выпущу. А, я понял. Решила сместить меня с должности. Глава службы безопасности. Защищает петлю, не пытается уничтожить. Ну давай приму твои обязанности. В чем они? Сочинять всякую дичь для промывания мозгов народу? Смотри, как Том в гости пришел. Я еще не закончил. Запру все двери, чтобы вы пообщались. Что? Какие двери? Твои тоннели очень хитрая система. Ты придумал-то сам, капитан. Эй, черт! Пошла ты! Запрешь тоннели? Ну тогда я их вскрою. Я и думал, хакерский этот самый. Ух, какое ускорение, нихуя себе, это что, так можно бегать, реально? Нормально. За такое пробежка может быть или что? А ну сейчас запомним. Побежал поверху, потом спустился вниз, побежал прямо, проскочил этих, одного больнул, побежал дальше, пробежал этих двух, пробил деревяшки, вскрыл номер какой-то 5022, побежал дальше, открылся. Все. Ух, как быстро. А что, на время надо делать? Я не понимаю. Так, гости Джулиана может явиться и начать новое. Гости Джулианы. Чем надо открыть? Блять, да что ж такое? Не понял. Ага, слитки какие-то появились. Понятно. Бля, как вы заебали? Со всякими добавлениями. У Джулианы большинство идеолог. А, это идеолы эти ебаные. Есть слитки, дающие им сверхъестественные способности. Вы должны. А, вы тоже можете использовать эти слитки. Если добудете их, убив идеологов. Ну это понятно. Выдержитесь вверху. Так, чтобы. Ну, понятно. Окей. Я не понял. Ох ты, блядь! Эй, иди ты нахуй, сука. Я что-то не понял. Нет патронов! Нет патронов, говоришь? Ну стой! Большие пушки! Да блядь, пачку завалил. Да ты заебала!
Верно! Как его там? Как приятно! Прикольно. Вау! Давай быстрее. Так, все побежали. Быстрее. Давай. Ага, можно хуй не тарахтеть ее. Побежал, да и все, блин. Блять, не попал. Бывает. Побежали. О, как быстро, слышишь, что было здесь. Як. Да встань, ёпарысы ты. О, быстрее водится. Побежали. Да. Отсоси. Вы выжили, Джованна мертва. Еще одно очко в пользу капитана. Так, вернуться утром. Днем Джулиана обчистила мой сейф. Ну, это понятно. А, там надо успеть, получается, добежать. Ну, ничего страшного, утром все снова будет. Ага, да, это получается, надо успеть добежать. О, появился этот самый. Способность перемещения. Вы пережили этот день, ну и шо, начать новый день. Это все назад? Да, все назад откинулось. Так если она знает код, соответственно, она может быстрее так, меня добежать. Ладно. Ебать, ПЗП, да ладно! Сейф, добраться до сейфа раньше нее и ПЗП моя. Надеюсь, это пушка. Твою мать. Ага, нихуя не надо. Я без оружия. И без вообще без ничего. Ебать, да ладно. Вот это с каждой. Ну. Ты справишься, да, блядь? Тот же день. Выходит, я уже знаю, что будет дальше. Да! Это будет пить. И пляж этот гребаный, я уже видеть не могу! Стоп! Это что, у меня теперь так каждый день будет вот так? Ну нахер! Я разорву эту петлю! Кольт! Ну чего? Весьма эффектно! Аплодирую одной рукой! Ну тогда готовься хлопать двумя! Трупов будет еще много! Убил меня и еще парочку, но ты реально думаешь перебить тут всех? Неэффективно! И совесть замучает! За мою совесть можешь не волноваться! И если снова устроишь мне засаду, результат будет такой же! Это жопа. Каждый день одно и то же. Это, конечно, сильно. Ничего не скажешь. Давай, каратус, иди ко мне. Короче, обыскать квартиру, взломать сейф, взять ПЗП, разорвать петлю. Да. Невозможно привыкнуть. Да ты всего-навсего два раза это делаешь. Типа новый день. Заебись. Это понятно. Когда у меня будет снайперка? Вы выжили, это понятно. Окей. Ага, все-таки... А, ну этот прыжок есть, да. Ага, окей. Хорошо. Хорошо, но ничего нет хорошего. Отдача. Ну ладно, отдача. Хуй с ним с этой отдачей. А, у меня ж... Ох ты, елки-моталки. Ладно.
Это ж я могу теперь эту штуковину взять, которая светится, я не понял, как она, походу, какая-то электрическая. Моя квартира. Так, ладно. Давайте, наверное, на сегодня это и закончим. О, карта. Фристад, даунтаун. По этим тоннелям я могу попасть куда угодно. Нормально. Все, ладно. На сегодня мы заканчиваем. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Жмите уведомления, колокольчик. Всем спасибо. Всем пока.